Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у нас автомобиль Lexus RX350 2012 года выпуска. На этом автомобиле мы заменим передние тормозные колодки. Что-то в колодку у нас попало. В переднем правом колесе диск поцарапал тормозной. Поставим новые колодки. Новая колодка немножко исправит это дело. Следующая замена колодок, там можно уже будет с дисками сделать. Поднимаем автомобиль, снимаем колеса и снимаем колодки. Так, ну что, приподняли автомобиль, открутили колесо, снимаем его. Вот они, наши колодки. Теперь мы берем ключик на 14 и откручиваем сзади два вот этих болта. Поднимаем цилиндр тормозной вверх, снимаем раздвижные пружины, снимаем колодки. Проверяем направляющий. А направляющий у нас двигается очень плохо. Ни одна, ни вторая. Она просто закисла, смазка нормально, это заработало. О, и это заработало. Все нормально, мягенько ходит, поэтому мы их трогать пока не будем. Хотя снимем, наверное, посмотрим смазку, на что она там похожа. Смазка есть, нормально. Все, пока мы их не трогаем, поэтому остается так до следующей замены. Берем старую колодку, ставим сюда. Берем струбцину и сдавливаем наши поршня. Все, поршня у нас сдавлены. Со старых колодок мы снимаем вот эти радиаторы, установим их на новые колодки. И снимаем вот этот пескун. Аналогичным образом и со второй колодки.
колодки мы будем использовать фирмы Саншинг. По Саншингу идут SP2137. Здесь просто маркировка закрыта. 2137. Вот такие вот колодки. Родной радиатор мы с колодки снимем, так как мы установим заводской родной. Устанавливаем пискун. И устанавливаем радиатор. Также на вторую колодку мы устанавливаем радиатор. И устанавливаем пискун. Все, колодки установили на место. Вот про борозду, которую я вам говорил. Что-то попало и сделало борозду на диске. Ну, выработка на диске уже есть, но еще один комплект колодок походит. Устанавливаем на место цилиндр. И наживляем оба болта. А ничего подобного, снимаем назад. Забыл раздвижные пружинки одеть. Здесь есть отверстие, в которое вставляются пружины. Некоторые их выкидывают, выкидывать их не нужно. И затягиваем оба болта. Все, на правом колесе мы колодки заменили. Аналогичным образом меняем на левой стороне. Но при этом сейчас нажимаем на педаль тормоза несколько раз, чтобы прижать колодки к диску тормозному. Для того, чтобы тормозная жидкость у нас из бачка ушла и уровень выдержать, который положено. Устанавливаем колесо. На этом замену тормозных колодок мы закончили. Всего вам доброго!